Так, задание тут какую-то реликвию вернуть. А Кербус рассказал нам о реликвии, что может помочь нам в походе через пустыню. Если мы хотим завладеть ей, мы должны вывести гарнизон и разрушить песчаную башню. Скажи мне, мистик, что это за песчаные вихри? Эти песчаные круги вызывают наземные войска в любое место, куда посмотрит враг. Советую уничтожить их, пока не произошло непоправимое. Так, смотри-ка, 7 кругов. Друг мой, отлично. Так, один круг где-то найти. Реликвия. Отлично. Оставайся там, я к тебе присоединюсь. Потом вместе двинемся в Азар-Хариф. Мы добыли реликвию, которую просил мистик. В обмен он согласился показать нам дорогу в Азар-Хариф. Я провожу вас в Азар-Хариф. Но нельзя терять времени. Налетчики могут вернуться в любой момент. Подожди, я что-то чувствую. Скорее, надо защитить мистика. Это магический оазис.
Он излечивает тех, кто способен познать его силу. Но сначала, конечно, нужно справиться с его защитниками. Еле ушли. Ты уверен, что делаешь все, что можешь? Почему бандиты так ценят эту реликвию? Власть может испортить даже лучших из людей, Джакомо. Осторожно. Уничтожив последний круг, мы освободили его магию. Я направил ее на наши войска, чтобы сделать их сильнее. Какие настойчивые, а? Но Азар Хариф уже недалеко. Карлини, что-то здесь не так. Хорошо, мы у цели. Что? Что ты говоришь? Это не Азар Хариф. Нифига себе, 5400. Идиот! Эти реликвии сделают меня еще могущественнее. Окружай их. Бей темных алинов. Ты меня не остановишь. Даже и не надейся победить. Мне это надоело. Тобой займется мой учитель Саву. Черт бы побрал этого Марида. Но ничего, мы с ним еще разберемся. Ари, это Джакомо. Ты что, не узнаешь меня?
Теперь этот герой доступен для будущих сценариев. Благородная защитница своего народа. Айдри готова пожертвовать жизнью, чтобы победить силы, губящие ее родину. Охотница темных алинов. Мастер огненной магии. Бесплатный пустынный пехотинец за каждый уровень. Боевые единицы ближнего боя получают бонус к атаке за каждый уровень. Ну и тут, соответственно, Азар-Хариф. Похоже, ты здесь уже бывал? Был однажды. Давно, проездом. Проездом? Он тут прятался. Мы его 4 месяца найти не могли. Джакомо! Да, мне здесь понравилось. Похоже на то. Вы готовы? Король ждать не будет. Идем. Я туда не пойду. Почему? Здесь наши дирижабли не починить. Надо слетать в пирату за запасными частями. Но ты нам нужна. Ничего, обойдетесь. Я вернусь, как только смогу. Я... Возвращайся скорее. Что привело тебя ко мне, юный лорд Мианы? Надеюсь, неплохие новости. Этого нам и так хватает. Ваше Величество, это большая честь для меня. Но, боюсь, мои новости действительно плохие. Мой город, Миана, был разрушен. Скольким удалось спастись? Никому. Кроме тех, кто прибыл со мной. Прими мои глубочайшие соболезнования. Само собой, ты можешь остаться в нашем городе. Здесь безопасно. Насколько может быть безопасно в эти темные времена? Боюсь, это еще не все. Мы приехали не просить убежища, а предупредить вас. Предупредить? Армия, которая уничтожила Миану, уже в вашем королевстве. Вы в опасности. Оставьте нас. Скажи мне, юный лорд, известно ли тебе о темных алимах? Мы сражались с этими тварями в Падонии. Ты прав. Мы сражались со всадниками. Они были сделаны из темного стекла. Я думал, что темные алимы — это сказки. Это не сказки. Разве сказки убивают моих людей и разрушают наши деревни? Разве сказки каждый раз уходят от моей армии? Разве из-за сказок мы сидим в нашем собственном городе, как в тюрьме, и не смеем высунуть нос за его стены? Не могли бы вы рассказать о темных алимах? Когда они напали? Откуда пришли? Почти 30 поколений назад, когда мощь алимов не знала соперников, некий джинн по имени Саву нашел странный талисман. Говорят, он упал с неба. Под действием этого талисмана Саву резко переменился. Он сотворил удивительных созданий из стекла, темного живого стекла, и с их помощью захватил город Мезекер. Не знаю такого. Когда-то это был самый величайший город в нашем королевстве и самый прекрасный. Саву невозможно было остановить. Самые могучие мистики того времени объединили усилия, чтобы уничтожить его. Но их магия, казалось, она лишь усиливала талисман Саву. И сам он становился все сильнее. Мезекешам пришлось пожертвовать. Город вместе с Саву был погребен под слоем песка толщиной в милю. С тех пор время от времени возникали слухи, будто бы из этой проклятой пустыни вылезали какие-то темные алимы. Но теперь это не слухи. Несколько недель назад темные алимы на самом деле вернулись, и с каждым днем сила их увеличивается. Что-то пробудило их жизни.
И Дож пообещал остановить их? Да. А пока нам остается по мере сил отбивать их атаки. Что бы Дож ни сказал вам, он лжет. Он не спасет ваше королевство. У него собственные цели. Ну, разумеется. Я 37 лет управляю Алимом, юный лорд. Я в таких вещах разбираюсь. Но если, преследуя собственные цели, он все же уничтожит темных Алимов, зачем же мне отказываться от такого подарка? Расскажите, как попасть в Мезикеш. Дож вас предаст, а мы нет. Это я обещаю. Ты просишь, чтобы я разрешил тебе совершить самоубийство, мой друг? Не в моей власти запретить это. Если Ари пойдет с нами, никакого самоубийства не будет. А вот это я могу запретить. Ари нужна мне здесь. Я должен думать о безопасности моего народа. Пожалуйста, ваше величество, нас мы атакуют! Должны прислушаться. Что? Темные Алимы в городе! Теперь вы видите, какой опасности мы подвергаемся. Хотите искать смерти в Мезикеше? Отправляйтесь сегодня же вечером. Ночью в пустыне легче выжить. Назар Харифа. Дож прибыл сюда раньше нас, и ему удалось убедить короля в своих добрых намерениях. Если бы я только мог доказать королю, что он имеет дело с безумцем и серийным убийцей. Сделка короля с Дожем неминуемо влечет зло на его народ. Мы совершим благое дело и поможем Алинам защитить город от сокрушающего напора темного стекла. Если мы уцелеем, Арии не подчинится желанию короля и отправится с нами. Хотя она рискует стать вечной изгнанницей, она знает, что это единственный путь к спасению ее народа. Я не хочу навлекать на нее беду, но без ее помощи у нас нет шансов проследовать через эти земли. Азар Хариф. Последний раз я был здесь еще ребенком. Жаль, что пришлось вернуться при таких печальных обстоятельствах.
Азар Хари в безопасности. Пока. Однако все мои войска уничтожены. Я получил от Ари небольшую базу алинов неподалеку от города. Чтобы от нас был толк, когда явятся темные алины, базу нужно расширить. Надо спешить, противник может ударить в любой момент. Так, создать силу алинов. Здесь есть такая тема. Если создать все, что здесь написано, то запустится появление темных алинов здесь. 5 шпилей каких-то вот цитаделей таких стеклянных. Поэтому лучше всего не создавать сразу все это. Вот, и как бы заниматься развитием. Основа могущества алинов – магия. Лучший способ усилить их армию – строить в городах магические районы. Чтобы построить в городе магический район, выделите город и нажмите кнопку «Магический район». Это Донсклар. Похоже, он нанял несколько... кондотьеров, которые пошли вслед за нами в пустыню. Надо покончить с ними, пока они не доложили дожу. Thank you.
Так, уничтожить силы Сквариева. Чтобы этот подлец Кларио сидел дома и не совал свой нос в чужие дела. Про плавучий замок ходили легенды испокон века, а теперь оказывается, что это правда. Нужно захватить его и использовать против темных алинов.
Магические районы приносят новые очки научных исследований. С их помощью можно развивать экономику. Алины могут строить башни трех типов. Песчаные башни, бессмертные огни и стеклянные цитадели. Эти здания нужны для обороны и для военного производства. Получи замок, захватить. Thank you.
Теперь плавучий замок наш. Он поможет разгромить темных алинов. Thank you.
песчаные башни позволяют защищаться от наземных атак, а также совершенствовать песчаные боевые единицы. Земля взорвалась! Вы только посмотрите, им нет числа! Чтобы предохранить. Хранить войска от изматывания, сделайте. Шкатулку головолом.
за дефили, как говорится. Ну, а дальше самое интересное наступает. Здесь у нас интересный герой появляется с оазисом. Надо будет охранять оазис. И здесь появляется еще герой Алинов. Надо будет сражаться с саламандрами. А здесь просто проходное. Вроде какое-то поле обычное. Самое главное, что надо, это вот это вкачать. Но оно стоит 3 очка.